Доброго времени суток, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. Смотрим мы с вами турмалины бюджетные в серебре. Итак, поехали. Слева у нас с вами цены. 2000 рублей. Вот такие яркие колечки. Так, сейчас по-другому попробую. Вот. Настроила, слава богу. Смотрите, очень яркая, сочная, 18 размера. Вот такой рубелит. Шикарной иризации. Камешек. 2000 рублей. Есть у меня дровит, по 2000 колечек, не так много, но они, поверьте мне, они яркие, камни высокие, и они абсолютно ничуть не хуже, чем те камни, которые подороже. Так, 16,5 размер это колечко. Вот оно, смотрите, вот так. И вот такой высоты камешек. Померить не могу, поэтому покажу вот так на ручке. Так, к ним есть вот такие шикарнейшие. Сережечки. 4000 рублей. Клейма стоят на швензах. Вот такие рубелиты. 4000. Так, и еще у меня есть вот такие дровиты. Кстати, и рубелиты подходят. Серьги подходят к колечку. И эти серьги тоже подходят к колечку, которая у нас с вами. Да что ж такое? Серьги не тяжелые. Так. Вот. Так. Вот с такой иризацией. Вот они. Вот. Значит, сережечки прозрачные. Вот они. Вот так. 4000 рублей. Итак, украшения по 2500 рублей за единицу. Вот такое шикарное колечко. Размер 18,5. Клейма стоят. Полихромничек вот такой. Вот так. 2500 рублей. Давайте покажу, откуда я их вытаскиваю. Смотрите. Еще полихромник. 2500. Так, что-то у меня камера сегодня выпендривается. Вот. Ну, слава богу. С опозданием. Ну, вот. Шикарнейшие камни. Иризация просто бомбическая. 18,5 размер. Это колечко. 2500 рублей. Вот такой дровит. Вернее, полихромник. Это не чистый дровит. Так, вот там рубелит. Вот он. Вот. Красавчик. Очень прозрачный. Размер 17,5. Вот так здорово на ручке. Шикарнейшее колечко. 2500 рублей. Еще рубелит. Прозрачный. Вот он.
Так, клейма стоят. Размер 18. Вот так на ручке. Значит, хочу вам сказать, камни очень яркие, и камера иногда просто не передает всего того, вот что вижу я на экране. Вернее, то, что вижу я вживую на экране, ну, ни в коей мере не передает. Тем более камера, видите, как с запозданием у нас. Вот такой полихромничек. Вот сбоку, вот здесь он розовый. Вот такой яркий. Так, размер его 17, вот такой полумесяц, 2500 рублей. Шикарные серьги, 5000 рублей, вот такие рубелиты. Это не слайсы, это кабошоны, вот с такой иризацией. Так, камера их показывает немножко бледнее, чем они вживую. Они ярче. Так, 5000 рублей. Еще полихромники. Вот так. 5000. Вот они. Значит, хочу обратить внимание на швензы, кругленькие, маленькие, на средний и мелкий прокол. Если нужно, у меня есть вот такие длинненькие с заниженным штифтом, я поменяю бесплатно. Так, 5000 рублей, шикарные полихромники. Еще полихромники, тоже 5000, шикарнейшие серьги. И вот такие прямоугольнички рубелитовые, 5000 рублей. Так, следующая ценовая линеечка, камешки по 3000 рублей за единицу. Красота невероятная. Размер 18,5. 3000. Так, вот такой шикарный значит, это полихромник Шерл, дровит и немножечко турмалинов. Так, размер 17,5. Вот такой высокий камень. Так, он, по-моему, был у нас в прошлом показе. 3000 рублей. Так, шикарный вот такой камень. Давайте поближе посмотрим. Вот такая иризация. Так, 18,5 размер, 3000 рублей. Так, еще полумесяц, полихромничек. Сказочные камни, просто сказочные. Размер 17. Так, выглядит это вот так. 3000 рублей. Дровит, шикарный дровит, просто бомбический, высокий, вот так. Так, размер 18,5. Почему-то мастер маленькие размеры поприсылал. Так, 3000 рублей. Далее, шикарнейшие, просто шикарные полихромники, вот такой интересной формы, вот так, 6000 рублей.
Вот такие очень интересные рубелиты. Так, сейчас что-то у нас тут не получается. Нет, все получается. Вот такие роскошные серьги. 6000 рублей. Вот они. Иризация по ним идет. И искорки. Так, вот такие квадратики. Тоже, смотрите, перламутровые, 6000 рублей. Так, все серьги не тяжелые. Значит, смотрите, вот такой розовый есть у меня рубелитовый подвес. 3000 рублей. Куда-то он у меня свалился. Вот так. Далее, ну давайте отсюда. Яркие, прозрачные. Смотрите, 6000 рублей. Серьги не тяжелые, я повторюсь. Значит, по 2, по 2,5, по 3 грамма вес одной серьги. Тяжелых серег в этом показе нет. Ну, они-то у меня есть, но в показе их нет. Вот такие роскошные рубелиты. 6000 рублей. Так, ну и что здесь осталось? Полихромник, подвес 6000. Вот такой полихромник, дровит с рубелитом. Вот, смотрите, высоту. И вот с обратной стороны 6000. Ой, простите, 3000 рублей. 3000 этот подвес. 3000 этот. Заговорилась. Рубелитовый, роскошнейший подвес. 3000 рублей. Так, и серьги у меня здесь. 6000 рублей. Смотрите, какая красота. Вот так. Прям деревья растут. Вот. Вот такие бомбические серьги. 6000 рублей. Так, с этим закончили. Вот это колечко. Давайте покажу, откуда я его вытащила. Понятно, да? Политика ценообразования. 4000 рублей стоит. 18 размера. Вот так на ручке. 4000. И 5000 рублей. Я понимаю, что пока с турмалиновой. Затесалось у нас колечко с нефритом. С эффектом кошачьего глаза. Так, вот такое высокое. Посмотрите, как интересно. Так, у меня камера очень сильно его затемняет, показывает очень темным. Вот смотрите, на самом деле оно на порядок светлее. И вот такой интересный у него эффект, как разлом по камню и изнутри перламутр. Уникальное кольцо. 19 размер, стоит 5000 рублей. Так, большая редкость. Вот так. Кольцо абсолютно гладкое, идеальная полировка. Вы вот по блику можете посмотреть. Ну вот, такой интересный эффект у него. Ну и последнее, что я вам хочу показать. Вот такой гелиодорчик с игрой. Высокий, треугольный, клейма. Размер 18 размера. Вот так на ручке. Стоимость его 5000 рублей. Все, на этом у меня сегодня для вас все. Будьте здоровы. Так, немножечко съехала. Так, ну я думаю, мы сейчас все поправим. И пусть все у вас будет хорошо. Собственно говоря, вот эти серьги все по 3000. Эти по 3000 за единицу. То есть 6000 пара. Так, вот так. Все у меня. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.